Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 55-летнего жителя Кировского района, тело которого в минувшие выходные было найдено в его собственной квартире. Первой трагическую новость узнала сестра погибшего. Женщина не могла дозвониться до брата и, заподозрив что-то нехорошее, поехала к нему домой. За входной дверью было тихо, поэтому горожанка отперла замок своей связкой ключей. Тело родственника она обнаружила в комнате рядом с диваном. В жилье царил хаос. В дни перед убийством соседи слышали из однокомнатной квартиры шум, будто за стеной проходит застолье. В какой-то момент людям показалось, что в жилье началась драка, но потом все стихло. По заключению экспертов, хозяин квартиры скончался за пару дней до того, как к нему наведалась сестра. Причиной гибели стала черепно-мозговая травма и повреждение внутренних органов. Потерпевший жил один, но гости у него бывали. В основном это были асоциальные личности, как и владелец жилья, злоупотреблявшие спиртным. Один из них и попал под подозрение. Сейчас он находится в спецприемнике. Будущего фигуранта уголовного дела заключили туда за хулиганство. Из изолятора для административно задержанных он попадет к следователям. С места происшествия Евгения Куликова, Мария Склярова и Алексей Овчинов.